участвуем уже третий год и планируем наше постоянное участие в этой выставке. Каждая выставка – это открытие новых возможностей, новые контакты, новые партнеры. Эта выставка не стала исключением, уже приобрели множество полезных для нас контактов. Организация на высшем уровне, мы всем довольны. И на данной выставке мы участвуем уже с 2014 года ежегодно. В этом году организована выставка достаточно хорошо, достаточно много посетителей. Мы провели семинар по нашей продукции, и это было достаточно интересно для наших слушателей. Вот, пришло довольно много народу, и было много вопросов. За этот день мы уже успели обменяться новыми контактами с нашими потенциальными партнерами. Мы пообщались со всеми нашими существующими партнерами. И я даже думаю, что у нас будет существенное продвижение в этом году на рынке Казахстана. На следующий год, я думаю, мы также будем участвовать на этой выставке. Мы участвуем уже пятый год подряд, 2014 года. Как всегда, компания ИТЭСов поражает своей организованностью, и все было на высшем уровне. Первый день на любой выставке – это, как всегда, самый плотный день. Вот. У нас уже полные листы контактов и визитов. На выставке мы участвуем впервые, долго собирались, вот решили все-таки попасть, так как выставка ключевая в Казахстане, является ключевой в Казахстане. Мы занимаемся разработкой и производством систем охранно-пожарной сигнализации. С нашим оборудованием заинтересовались уже много казахстанских компаний, будем вести переговоры, я думаю, придем к чему-то к общему пониманию знаменателю. В этой выставке участвуем в первый раз. За первый день уже удалось пообщаться с несколькими клиентами, есть наработки, будем дальше продолжать сотрудничество. Находимся мы в городе Санкт-Петербурге, занимаемся производством охранных систем, систем мониторинга транспорта, систем мониторинга недвижимости.